из-за различных неисправностей. Дверь задняя в Opel Corsa может не открываться. Для этого, чтобы открыть ее изнутри, нужно вам откинуть заднее сиденье, одно из двух, складывается соотношение там определенное. И вот сюда подлезть, видите? И вот здесь вот есть такая пимпочка. Вот, и вам нужно ее нажать там пальцем, либо вот как я делаю тут ключом. Сейчас я здесь сниму, здесь подсвечиваю фонариком. Вот видите эту штучку? Вот она здесь. Видно. И надеюсь. Вот она. Сейчас так. Вот так вот. Вот когда я открою, ее будет лучше видно. Вот здесь она слева расположена. Рычажок. Сейчас я его нажму. Либо ключом можно. Вот сюда, ближе к центру, слева направо. Нажимаете. Вот и открыли. Вот, видите, этот рычажок. Я на него нажимал, на него слева направо. И тогда дверь открывается. Вот, все, спасибо. Теперь можно открывать до конца эту дверь. Снова она закрылась. И вот так вот пальцем нажимаете. Спасибо за внимание. Немножко покалечился.